Привет, мои дорогие друзья! Сегодня я опять делаю влог насчет прически, и я буду делать с вами прическу плетения мелких косичек. Я сегодня утром, да, прямо утром, сейчас у нас вечер, выставляла такое видео, но у меня в Ютубе не получилось, поэтому вы можете посмотреть у меня в Однокласснике и в Ютубе. В Однокласснике я опять Марина Хачатрян, но на русском Х, а в Фейсбуке я Марина Мит К, как кирпич, и Ха. Английский ха, как хаус. Это я в Фейсбуке. Можете заглянуть, я только в Фейсбуке и в Однокласснике, так как у меня времени не хватает в других социальных сетях. Итак, приступаем к делу. Так, я хочу сказать, что это мои натуральные кудряшки, вот эти лаконы, это мои натуральные. И вот эта пушистость тоже сроду натуральная. Когда я принимаю душ, у меня это остается 2-3 дня. Но я это не оставляю там месяц или 2 или 3. Я такое не училась. И не хочу учиться оставлять кудряшки там по неделям, а уж тем более по месяцам. Давайте начнем. Я хочу вот здесь на макушке сделать эти косички мелкие. Вы можете сами подумать, сколько хотите, как хотите. Поэтому вот так я вам нужна, или ногтями вы можете, вот такая расческа, и я делаю как бы разделение, вот такой, такую линию, вот так, и завязываю остальное в хвост. Вот так. Вот моя резинка, посмотрите. Завязываю хвост. Вот так. Не знаю, видно или нет, но я хочу и это вам сказать, что я одна делаю видео, снимаю одна видео. У меня нету никакой помощи ни от кого, поэтому так что все я делаю сама. В общем, вот так. Сейчас вот эта макушка осталась, но знаете, она... Вы должны хорошо завязать ваш хвост, чтобы потом не помешалось волосы ваши. Надо вот так хорошенько, хорошенько завязать. Плотно я имею в виду, чтобы не мешали волосы. Вот, мои волосы. Смотрите, сухие они, вообще-то сроду, поэтому я, но это будет другой влог у меня, я там расскажу, что я кладу на мои волосы, чтобы они были мягкими, там разные масла, кокосовое, но это будет другой блог. Сейчас прическа. Вот я завязала хвост. Теперь вот эту часть
мы сделаем несколько маленьких косичек. Так, давайте. Вот я пришла, мои волосы как разными цветами. Вы знаете, я себя считаю как петушка. Вот так. Делю вот так на эту линию у меня сейчас, вот здесь. И вот это я сейчас сделаю невидимкой, зацепляю. Не сделаю, а зацепляю невидимкой плотно, чтобы не помешалось. Все-таки один раз тоже расчесываем. И давайте приступим. Итак, вы можете косичку начать отсюда, но я люблю впереди. Вот так. И плетаю обыкновенную косичку, но кладу под. Не наверх, а под. Теперь посмотрите, я первый раз делаю нормально косичку плету, но потом я беру из двух сторон, то ли левая, то ли правая. И мелкими такими частями я беру волосики и под центральную кладу. Посмотрите, вот так. То ли левая часть, вот теперь правая часть, и кладу под центральную. Итак, продолжаем. Вот я дошла до этого макушки моей головы. Продолжаем. Вот так. И плетем косичку. Итак, я могу плести косичку вот прямым образом, но я хочу, чтобы косичка была кривая, на кривую сторону. Поэтому ваши руки должны перевести в эту сторону и кладите силу, чтобы она перешла в эту сторону. Да, мои силиконовые резиночки я вам не показала. Они разноцветные. Я люблю разноцветные резиночки. Вот эта зеленая. На камере она, правда, очень такая светлого цвета, но она вообще-то немножко темная зеленая. Сняла невидимку, опять делю на такая, как сказать, граница, да, как бы вот отделила. Расчесала, опять невидимкой кладу. Вы можете делать это все им очень мелко. Это на ваше усмотрение, я тоже так люблю. Теперь опять, я вот сначала начинаю. Не вот в середине, а начало под кладу, под центральную. Теперь опять. Беру вот с правой, центральную ставлю, левую, под центральную, продолжаю в том же духе. Правую в центральную мелкими частями, можете крупными, плетете косичку. Вот так. Теперь правая, теперь левая сторона. Берите вот так, опять правая сторона, левая сторона. Да, посмотрите, я иногда вот от хвоста тоже беру, продолжаю в том же духе, но у вас вот это поднимется. Посмотрите, у меня голова в пустоте,
волосы так как нету, и я плетаю косичку вот так. И как хотите, но я это буду делать наверх. Чиполлино. Вот так. И завязаем резинкой. Да. Оранжевая резинка, это я люблю, я говорю вам. Я люблю оранжевую, разноцветную. В общем, не только оранжевую, но и разноцветную. Силиконовые резинки. Вот, посмотрите, что получилось. Да. Теперь делаем опять отделение, как бы полоса, и зацепляем резинкой и продолжаем в том же духе. Вот так. Опять сначала и плетем нормально здесь первую, а потом начинаем брать с разных сторон. То ли правая, то ли левая. Вот так вот. И плетем косичку. Я не знаю, почему девчонки говорят французская коса. Когда я была маленькая, это говорилось нормальная косичка. Не норма, ну, не говорят нормально, а просто косичка. Но сейчас почему-то добавили французская. Я просто иногда удивляюсь. Так, давайте это тоже вот так переведем в эту сторону. Да, вот. Теперь я могу это вот так, посмотрите, перевести в эту сторону и продолжить свою работу, косичку. Вы можете и таким образом и завязать резиночкой. Вот так. Ну, в общем, вы это поняли, как и что. Вот так. Так. И здесь тоже можно сделать в эту сторону. Можете. Давайте сделаем быстрым образом. Да. Это зацепим невидимкой, чтобы не помешало. Вот, например, вот столько делаем вот так, отделяем и быстрым образом плетем первую без выкладывания сторонних волос, а это плетем. Вот, посмотрите. Вот так. Вот, берем, посмотрите, я и с разных мест это беру, чтобы... Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так, посмотрите. Беру и отсюда. Вот. Вот так отделяю и продолжаю плести косичку. Вот так. Вы можете это перевести в эту сторону и продолжить вот таким образом. Вот так. Ну, на вот это хватит.
завязываем косичку. Посмотрите. Вот так. Вот и наши косички. Теперь я